Более 5 миллионов тенге за прошлый год выплатили жителям области за помощь в раскрытии преступлений. Сегодня участковые инспекторы полиции реализуют комплекс мер по установлению доверительных отношений с населением. О внедрении сервисного подхода в работе полиции рассказали сегодня акиму области в ходе онлайн-совещания. Подробности у Антона Александрова. В этом году опыт сервисной модели работы полиции распространен на все отделы полиции региона. В прошлом году такой метод работы использовали только на территории центрального сектора района имени Казыбек-Би. Наше заседание ведомственной комиссии сегодня посвящено вопросам профилактики правонарушений и работе по созданию шаговой доступности участковых инспекторов полиции. В послании президента страны это была одна из поставленных задач. Главная цель сегодня – это установить доверительные отношения участковых с населением. Так удастся оперативно раскрывать больше преступлений, говорят полицейские. Уже сегодня на номера участковых инспекторов ежедневно поступает до 10 звонков от граждан. Министерство внутренних дел разработало алгоритм работы участковых инспекторов по всем направлениям их повседневной деятельности, в том числе работе с населением. Этот алгоритм на местах изучен. На сегодняшний день штатная численность участковых инспекторов полиции по области составляет 603 единицы и 23 их помощников. По каждому направлению деятельности участковых реализуются отдельные планы мероприятий, направленные на профилактику рецидивов, предотвращение убийств и бытового насилия. Из-за карантинных ограничений сейчас приостановлена практика проведения сходов с населением. Однако активно используется работа посредством всемирной сети. С помощью интернет-чата все участковые инспектора полиции осуществляют обмен информацией с населением в соответствии с правонарушениях. Они принимают соответствующие меры реагирования. Аналогичный совместный чат создан для обмена информацией предпринимателей малого и среднего бизнеса. Кроме того, совместно с филиалом «Казахтелеком» в октябре прошлого года внедрена услуга связи «Универсальный номер». Ее суть в том, что любой гражданин может бесплатно позвонить в городской номер на сотовый номер участкового инспектора. В прошлом году благодаря связи участковых с общественностью было выявлено более 1000 административных правонарушений. За оказанную помощь было поощрено более 160 граждан на сумму более 5 миллионов тенге. Обеспечение шаговой доступности участковых инспекторов полиции – это одна из задач, поставленных в послании президента народу Казахстана. Антон Александров, Рустам Бараев, Николай Шевелев, 5 канал.